2 июня собственники парка развлечений были вынуждены остановить работу одного из аттракционов. Случилась нештатная ситуация. Пострадавших, к счастью, не было. Тем не менее, на проведение дополнительной проверки настояли прокуратура и глава курорта. 6 июня по поручению межрайонной Анапской прокуратуры и обращению главы администрации города-курорта Анапы была проведена проверка парка джунглей, где 2 июня произошла нештатная ситуация на аттракционе «Башня свободного падения». Созданная комиссия по расследованию этой нештатной ситуации установила, что администрация парка в нарушении правил обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском крае не допущена. Более того, в рамках прокурорской проверки были проверены все аттракционы, размещенные в указанном парке. Есть незначительное нарушение. Акт по проверке с нарушениями направлены в прокуратуру для принятия мер. Полномочия муниципалитета входит в регистрацию аттракционов. Чтобы ее пройти, собственнику необходимо предоставить пакет документов, в том числе техническую экспертизу. Надо отметить, что в сравнении с результатами прошлого года более стали субъекты малого предпринимательства в этой сфере оказанию услуг более дисциплинированными, что говорит статистика. На данный момент зарегистрировано более 200 аттракционов на территории муниципального образования. В сравнении с прошлым годом цифра была чуть больше 100. Аттракционы в парке джунглей зарегистрированы в установленном порядке. Дополнительная проверка стала профилактической мерой, напомнившей представителям индустрии развлечений об ответственности.